Да, чувак. Ночь, туман, плюс 2, кладбище рядом. Ну, вот все условия для интересных приключений на свою пятую точку. И твою тоже. Ну вот тут я не снимал, мы в балку спустились, попили мы. Ну, в это время Джин нашел какую-то стеклянную бутылку, долго с ней игрался, пока я там балдел. Ну, и в итоге он не захотел мне ее отдавать, как бы, чтобы он на поводочек все-таки повелся, пришлось ему разрешить, ну, моя слабина. Ну и так вот посмотрим, решил, я думаю, пусть несет сколько сможет, все равно он ее потом бросит. Но вот увидите, что произошло. Бутылку, да его страсть, бутылки стеклянные, все пиво. Он их гоняет, на них рычит, ну, уже на повидосам, кто постоянно смотрит, видели. Ну, думаю, ну, ладно, не буду его расстраивать, несет, донесем до города, там я выйду. Я думал, что он ее бросит. Не, не бросает, уже почти дошел домой. Уже километра 2. Ладно, Джин, тут уже все тебе подяковал за чистого сбича. Давай бутылку сюда, мы пришли. Да-да-да, вот правильно, неси сюда. Вот-вот. Вот бы ты еще знал команду, как поставить ее. Сюда. Тут есть специальные люди, которые потом еще утро не настанет, они уже ее заберут. Поставим вот тут. Все, умничек, принял вас. Пошли. Вот такой подкат.